как вы можете воевать с женщинами? Пишут нам некоторые. И давайте, уважаемые, так, я вам скажу, что чем дальше, тем меньше будет эта тема работать у вас. Мы что, воюем со всеми сестрами, со всеми женщинами? Мы воюем, я не знаю, с праведными мусульманками, которые там сидят дома, воспитывают своих детей по нормам ислама, которые там обучают таджвиду, которые там распространяют еще какое-то благо, делают благо для себя, для своей семьи или для общины, для женского джамата. Нет, никто им не говорит ни слова, напротив, все их поддерживают. Но о чем идет речь? Речь идет о конкретных женщинах, которые описаны конкретными описаниями: куфра, заблуждения, призыва к грехам и так далее. Вот с такими, да, мы воюем. И вот этот трюк, я говорю, он все меньше будет работать. То есть как мужчина может говорить что-то женщине? Смотрите, давайте я вам шар сделаю это выражение. Это попытка, опять же, использовать привилегии и права, забыв про обязанности. Почему вот эта предпосылка есть? То есть то, что с женщиной не надо там этот воевать, еще не надо. Потому что для женщины есть определенная роль, которую, если она соблюдает, она определенная общественная роль половая, которую, если она соблюдает, она избавлена от вот этих вещей. То есть она не лезет в мужские дела, она сидит дома, воспитывает детей, не участвует в войнах, не участвует там в каких-то широких общественных дискуссиях и прочее. В таком случае, да, никто и не говорит ни слова. Но эту роль она соблюдать не хочет, эту роль она отвергает, то есть она отвергает обязанности, но она лезет во все подряд, а потом, когда ей дают ответ, она вспоминает, что, оказывается, я женщина. То есть, оказывается, почему вы мне отвечаете, я женщина? Если ты женщина, дорогая, то ты сиди дома и воспитывай детей, и заботься о своем муже, о своем доме. И тогда никто тебе не скажет ни слова. Но ты, когда выходишь в общественный статус, ты в первую очередь, то есть тот общественный статус, который ты на себя взяла. Если ты, например, призываешь к заблуждению, то ты призываешь к заблуждению в первую очередь, и потом женщина. И из-за тебя страдает религия, страдают другие женщины, которые тебя по своему невежеству слушают. И обязательно становится тебя опровергнуть. Неважно, ты женщина, мужчина, марсианин, инопланетянин, еще кто-то. Вот. И смотрите, я приведу еще один пример. Известный хадис в Сунанах. То, что пророк, да благословит Аллах, и приветствует сподвижники. Они, то есть после одной из битв пророк обходил место битвы и увидел женщину убитую. И сказал, кто это сотворил? Кто это сотворил, порицай? Кто это сделал? Воистину она не сражалась. Воистину она не сражалась. Пророк не сказал, да благословит Аллах и приветствует. Заметьте, не сказал, она женщина, она святое существо. То есть, что бы она ни делала, если бы она сражалась, то есть вы все равно не имели бы права ее трогать. Он сказал, нет, она не сражалась. То есть, зачем вы это сделали? Как вы могли это сделать? И ученые что сказали из этого хадиса? Что если, отсюда понимается, что если бы она сражалась, то была бы она дозволена точно так же, как и все остальные. Как и все остальные. И женщина, она мукалляф. Женщина, она мукалляф, ответственный. То есть она несет грех, если делает что-то плохое, вознаграждается. Если делает что-то хорошее, если она делает куфр, она заслуживает, то есть после ислама, то она заслуживает наказания в этом мире шариатского и место в аду вечной жизни. И пришел от сподвижников, передал Аль-Байхак, что во время Абу-Бакра одна женщина, Ум-Кирфа, она отступила от ислама, и Абу-Бакр потребовал у него, Ас-Сиддик потребовал у него покаяния, и она отказалась, и он повелел ее убить, и ее убили. И передал Аль-Байхак, и Ад-Даракутни, и другие, то, что во время Хальда ибн аль-Валида женщина поругала пророка, да благословит Аллах и приветствует, и он приказал, и ее убили. То есть точно так же остальные шариатские ахкамы, там ответственность за прелюбодеяние, ответственность за воровство, ответственность за бухтан, за клевету. Женщина за все это несет ответственность. Она не говорит, я же женщина, я сошла на землю этого мира, то есть я ни за что, я могу болтать все, что вздумается, призывать к куфру, к ширку, к заблуждению, делать все, что хочу, одеваться, как хочу, и никто мне ничего не скажет. Нет, она несет, как миленькая, несет ответственность. Она не какое-то исключительное существо, она рабыня Аллаха в его царстве, под его властью, под властью его законов. И если они не притворяются сейчас, то есть, то в судный день, в конце концов, шариатские наказания, они, то есть, очищают человека от наказания будущей жизни. Поэтому это то, что я хотел разъяснить, что попытки играть на патриархальных ролях,
не соблюдая их обязанности, это просто дешевая манипуляция, которая чем дальше, тем меньше будет проходить, потому что уже многие видят, что некоторые просто своим, типа вот этой наигранной слабостью и своим женским полом прикрываются, чтобы просто воевать с праведностью, с религией, с семьей и так далее. Как это делает Горянка, как это делает Анохина и некоторые другие. И вообще не надо на таких смотреть, женщины они или нет. Они заслуживают всего самого приятного по шариату. Баракаллаху фикум.